здравствуйте, друзья. Я приветствую вас с хайвея номер один, что идет вдоль берега Тихого океана в штате Калифорния. Океан у нас слева, Калифорния справа, а едем мы по делам. И хотел поделиться я с вами одной приятной новостью. Новость это такая. У нас был сюжет некоторое время назад, и в этом сюжете, а там где-то 20 тысяч просмотров, то есть он достаточно популярный. В этом сюжете мы рассматривали историю, где ребята, один из них родился в Южно-Сахалинске, выиграли в лотерею Green Card и пошли на интервью получать, значит, там все, что положено. А ему отказали, ему сказали: ты знаешь что, чувак, почему-то ты играл от Японии, а это неправильно. И он им говорит: ну как же, у вас же на сайте вот Госдепа там написано. Они говорят: ну не знаем, говорят, пришли, чего написано, и отправили его. Он им прислал ссылку, там написано, что вот Южный Сахалин, значит, у них числится по Японии, как бы это чисто техническое такое, но вот есть такое. И есть причина, почему это так происходит. Это происходит потому, что отсутствует мирный договор, по которому передача Южного Сахалина Советскому Союзу или в данном случае Российской Федерации не подписан, он отсутствует. И как бы оно технически продолжает числиться на Японии, при том, что никто не претендует там и так далее. В общем, такая интересная история, казус такой. И на сайте Госдепа там написано, что вот это числится за Японией. То есть, когда заполняешь всякие там бумажки, надо говорить, что родился в Японии. Они его отправили. Значит, молодой человек им тогда по имейлу присылает и говорит: ну вот ваша страничка, вот у вас написано. На что ответ ему был такой, мол, действительно написано, но совершенно очевидно, что то, что написано, это полная ерунда. Мы им скажем, чтобы они исправили, а вам, значит, отказ мы подтверждаем. И вот такая, значит, была история. На этих молодых людей, которые вот выиграли от Японии, на них много ругались, что вот они там какие-то хитрованные, что они, значит, там мудрят, не хотят там, значит, чуть ли не родину позорят. В общем, до такого доходило. Ну и в приватном таком обмене они мне говорят: ну вот что делать? И я им говорю: есть тут один паренек, я его показывал у нас на канале, и он является адвокатом американским, иммиграционным. И у него есть такая интересная специализация, он отбивает отказы. Ну вот, в частности, по Green Card лотереи. И я бы не знал о его существовании, если бы он не был сыном моего приятеля по институту связи. И я его помню еще там 2-3-летним карапузом, понимаете? А он уже вырос, он уже иммиграционный адвокат, и он отбивает все эти дела. И я им говорю: знаете что, вот вам координаты этого человека. Я его нашел, просто погуглил. Его зовут Борис Либин. И я просто пошел, нагуглил Борис Либин, значит, и там вышла его страничка, я им отправил данные. Вчера мне позвонил отец этого Бориса и говорит: Миша, он говорит, звоню тебе, как бы поздравить с успешным исходом того дела, к которому ты имеешь непосредственное отношение. Ну и так, слово за слово, значит, выясняется, что 18 сентября, сегодня 22-е, а 18 сентября молодые люди, значит, отправились в посольство Соединенных Штатов и в Российской Федерации и получили там то, что должны были получить. И вот уже буквально там через пару дней приезжают в Нью-Йорк, так сказать, как это называется, усталые, но довольные. На постоянное жительство. На постоянное жительство. Усталые, но довольные туристы возвращались домой. Была такая фраза. Вот, значит, мне это напоминает, знаете, песню Высоцкого. То есть, понимаете, они напали там на молодых людей, и давай их чиновники мурыжить. А когда уже адвокат подключается, друзья, тут совсем другая история. И вот у Высоцкого была песня про джина, который из бутылки, и который выяснилось, что он из всех чудес может только мордобитием заниматься. Ну и вот самый герой, который выпустил его из бутылки, значит, поняв, что джин кроме мордобития ничего ему дать не собирается, а он еще выпить хотел,
Ну, в общем, позвонил в милицию. И вот там дальше идут такие слова, я постараюсь исполнить, как смогу. Значит, там, тут они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Против адвоката в нашем случае. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный воронок. Короче, друзья, наш адвокат, который карапузом забирался ко мне на колени, значит, отправил бюрократов недобросовестных туда, куда им положено. А ребята получили свою, как сказать, ну еще не грин-карту, ну как бы свой выигрыш, можно сказать. Оприходовали и уже прилетают в Соединенные Штаты. Вот так все, друзья, и происходит по знакомству. Вот, получается, да? То есть, если бы я не был знаком с папой молодого человека, то никогда бы ничего и не получилось. Ни на каком форуме такого не прочтешь. Они, собственно, писали же на форуме «Говорим про ЕС». Там тоже у них была тема своя большая. И тоже их там осуждали, все разбирались и так далее. А в итоге они уже приезжают на днях в Нью-Йорк. Все-таки добро-то посильнее зла, да. Но вы видите, друзья, что и добро борется со злом. Как-то вот так все больше по протекции, по знакомству, по, так сказать, там, я вам пишу от дяди Миши, там, туда-сюда. И вот, конечно, все так и получилось. Друзья, к чему я вам это говорю? Значит, если вы тоже хотите быть под защитой, как бы, нашего, как сказать, сообщества, под защитой нашего эгрегора. Друзья, ну уже как минимум подпишитесь и посматривайте. Вот, я думаю, что это неплохо будет. Я сказал Свете сегодня с утра, я сказал, ты знаешь, вот если бы я прожил целый год, и единственное доброе дело, которое бы я сделал за весь год, было вот это, то я бы уже не зря прожил год своей жизни. Так что такое у меня, можно сказать, радостное настроение, чего я вам всем тоже желаю. Счастливо!